Viewer discretion is advised. Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, Андрей Стригуль, который не дает договорить, раздает инструкции нашим сокомандникам, поэтому, Андрей, может договорить, потом мы начнем. С Новым годом! Да-да-да. Акс, вот эти две лайны держишь. Ну, тут будет редко идти. Крипы. Веник сюда, Тракса сюда, Омник подстрахует Траксу, наверное. Потому что Траксе будет тяжеловато поначалу. Да. Вот сюда, Юр. Вот твоя точка. Вот. Вот она. Вот, Юра. Где? Где, Андрей? Так вот, друзья, это новогодний ивент. Новогодний ивент. И мы с Андреем руководим нашими дорогими товарищами и пытаемся пройти, убить лича и получить. Что там, Андрей, выпадает? Кристаллы. Кристаллы, ебать, друзья, прикиньте. Давай, давай, Юр, долби. Кристаллы, ну, в смысле, не долби, а убивай крипов, я хотел сказать. Линка вроде с нами нет. Да. А с Линком я вчера проиграл. Я зашел к ним, мне сказали, сейчас мы, короче, все пиздато, еще и с Черниковым, кстати, Черников и Линк играют в доту в одном помещении с ноутбуков. Гомики. Гомики. Я однозначно считаю, что это голубизна. Никто со мной не согласился. Я всем друзьям говорил, что это голубизна, но все говорят, нет, это нормально. Я считаю, это ненормально. Ты чё, Юр, клёвая тема. Ну, типа, они слышат друг друга, сразу же моментально отвечают на все. Голубизна. Ну, на самом деле, да. Но, тем не менее, мы въебали в итоге, потому что Линк раздавал указания, а указания Линка... Какой? Мешочки, обязательно собирайте мешочки. Мешочки пропадают, если мешочки не будете собирать, мы въебем. Я в курсе, чувак, а... Я команде рассказываю. Ты меня сбил. У меня есть ёбаная, блядь, мана. Круто тебе. Your top tower's in trouble. А, кстати, тут еще скиллы изменены. Как видите, Тракса раздает какие-то странные... Да, но скиллы изменены на масс-дамаг. Это неплохо. Еще арканы. Арканы второго уровня должны... Ай-яй-яй, золото потеряем сейчас. Два человека собрать. А, нет, все собрал. Я молодец. Да, Юр, ты клёвый. Спору нет. Arrow, find your target. Чё, может помочь вам там? Как-то мы тухло сидим, Андрей. Ну, блин, давай, предлагаю, о чем говорить. Мы просто фармим новогодний ивент. Блядь, не могу, я, потому что это новый для меня режим, мне тяжело и так сконцентрироваться. Да, я хотел сказать, он достаточно потный, поэтому... Поэтому, друзья, мы просто показываем вам новогодний режим. Для того, чтобы вы радовались. Типа, вот здорово, а я было хотел сам поиграть, а нет... Посмотрел, Хованский сыграл. И не надо мне теперь ни во что играть. Да, в этом и смысл летсплеев. Не понимаю, почему YouTube сейчас банит все эти видео, ставит копирайты. Вроде ведь весело. Экономим людям время, на самом деле. Кто-то вот хотел, но все друзья отказались. Это вы, кстати, скорее всего, вы, кто смотрите. Все ваши друзья отказались с вами играть, и вы открыли фидленту, и там увидели, типа, и подумали... А что, если все наоборот? Юр, крипы пошли, во-первых, быстрее тебе их надо убивать. А я куда должен был? А, я забыл. А во-вторых, а что, если люди, которые нас смотрят, отказались своим друзьям играть в доту с ними, чтобы сейчас сидеть и смотреть нас? Ну, тогда это истинные поклонники, Андрей, истинные. Надо... Нихуя! Да, аккуратно, зеленый зомбяк взрывается, из луж надо выходить. А чем меня не предупредили? Вообще, я еще хочу сказать, людям, которые играли, например, в World of Warcraft, либо в любую другую ММО с рейдами, это покажется достаточно скучным занятием, потому что, ну, все это уже было там. Все эти зеленые лужи, боссы, мобы и прочее говно. Ну, чувак, именно в World of Warcraft или... В любое ММО. Везде одно и то же. Везде эти боссы с линиями, дальше пойдут рошаны, которые огнем конусом стреляют, это все. Все очень предсказуемо. Есть... Ну помогайте же мне. Помогайте же мне. Кто там?
Убивать надо сразу больших зомбиков, потом мелких. Зеленого, кстати, если ты убьешь, все остальные умрут. Так что зеленого вот так просто, оп, вот так вот. Ой-ой-ой-ой, друзья, будьте осторожнее. Поднимай умника. Будьте осторожнее, что ж бы так. Ай-яй-яй. Не хочет помогать ему, ну ладно. Смотри, тут уже нашу башню штурмуют. А башня это фигня. Даже как если... фигня? Ну даже что если вы? Потеряешь башню, то типа ничего страшного. It's not time yet. Мне вот, например, тяжеловато стоять. It's not time yet. So be it. А ты, Андрей, сколько раз убивал этого чувака, ну, лича? Два. Но дело в том, что вчера на серверах были проблемы, играть было невозможно, потому что очередь искалась по 20 минут, и такая фигня. Но вообще, из трех попыток два раза я его убил. Первый раз у меня был пробным, я не смог его осилить. Well. Ну все, въебали башню. Да, это хрень. Вы крипов, главное, убейте всех. А веник-то нам действительно нужен был, что ли, блядь, в этой игре? Ну, он варды ставит. Он варды ставит и вроде как неплохо решает с этой штукой. А как он нам поможет лича убить? Или это как... типа чисто для того, yeah, чтобы дойти до лича? Ну, варды, в принципе, тоже неплохо лича бьют, и у него в конце дамаг неплохой, если он соберется. Я не знаю, правда, зачем он вот эти вот штуки собрал на ловкость, но это хрень. Окей, пока неплохо идем. Так, третья волна — это огры. Надо... Нихуя себе, друзья, огры! Ебать, Шрек! Надо, короче, как-то... Я с Омником... Нет, вы... башни уже, мужики. Она сейчас появится. А я с Омником... Кстати, Линк мне не ответил, а почему нельзя эти-то башни разбить? Посмотри, типа, на них висит... неуязвимость, но, типа, ее вообще нельзя никак убить. Вообще если подойти никак. К ней или... Она будет ребят, всегда... ребят, все вот сюда, все за Аксом бегайте. Блядская башня. Мы я с Омником, вышел во главе авангарда. Юра, беги, помогай... Аксу. Я же стоял там. Я тебе сказал, я с Омником бегаю, вы все с Аксом. В том числе Веник. Аксу, вот здесь. С этим я справлюсь. Так, все на крупного огра. Быстрее, ребят, отходите. Бля, я не успел вкачать стрелы еще. От его атак надо уворачиваться. Когда он замахивается, надо отходить ему за спину. Тоже стандартная, в принципе, мощная хрень. Все тебе стандартное, Андрей. Все тебе стандартное. Ну ничего нового не придумали. В принципе, неплохо, но... Просто отходить надо. Все те стандартные. Мешочки эти собирать. Так, Акс с командой сюда, мы с Омником сюда. Эти недовольные хохлы. Юра, ты ходишь вот сюда. Куда? А, нихуя себе! А че, я только сейчас об этом узнал. Понятия не имею. Так, теперь у меня есть струны эти, блядь, стрелы. Нахуй, но мне это мало поможет. Педрилы пробрались на базу. Да, это педрильная тревога. Это не страшно. Даже если мы все четыре башни потеряем, мы теряем всего 100 голды, что, в принципе, не особо решает. Педрильные башни. Собирайте их в центре и уешьте. У меня ульта есть, если что. Собираем. Regeneration. Получайте, пидоры. Утонул, давайте, под ультой. Ёбаный Шрек. Чтоб ты нахуй сдох. Блядский зеленый пидорас. Замедляю вот сюда. пидора. Огромного, давайте. I'm not ready. Замедляю пидрилу. I'm not ready. Подморозил задницу пидриле. Почему ты так часто говоришь слово «педрилы»? Не знаю, так прекрасно звучит, Андрей. Прям музыка для моих ушей. Вот люди говорят, почему без мата не поиграете? Почему? Такие отличные слова. Вот «педрила», например. Ты хотел бы, чтобы тебя называли «педрилой»? Нет, главное, чтобы «пидором» не назвали. Как там? Похоже, завещал. Два мешка потеряли. Вот это плохо. Но, в принципе, идем достаточно нормально.
Так. Я напоминаю, что нам надо собираться на максимальный дамаг. Тебе и Аксу желательно куда собрать вампирист. Идти? Куда мне идти, Андрей? А, сейчас, что у нас сейчас? А это сейчас, наш по-моему... супер, это наш супер мурлоки, гайд. Мурлоки, все в центр, все в центр, все в центр. Собираемся одной кучей, ходим. Что это за кайтим... пидорство, ты чё? Кайтим суб... их, кайтим их. Они тебя напрыгнут на тебя и выебут толпой. Их, да ладно, прекрати, сюда. Ай, ты ебал. Мы их даже с Линком вчера убили, чувак. Не такие, они опасные. Ну, надо их вместе ходить и вместе их... фокусить. Я говорю как надо, а ты как хочешь, в принципе. Ну, блядь, чувак. Тогда мы башни все потеряем, если будем в центре стоять. Не потеряем, Юр. Ну, в смысле, да, потеряем, но зато мы... Не потеряем, ну, в смысле... Закончим уровень. Давайте, вот здесь, фармите их под моим бафом. Спасите, пожалуйста. Все хорошо. В порядке. Хорошо, да, зафармили, половину прошли. Давайте, пока умниковская ульта работает. А чё, у него какая-то другая ульта? Да, она ангелов призывает, и ангелов всех мочит. Нихуя себе! На топ идут, я тоже туда. Не-не-не-не-не, Юр, ходи со всеми, иначе тебя убьют. Чувак, на топе, пиздец. Ходи со всеми, иначе тебя убьют. Я предупредил. Тебя поднимать никто не станет. Как ты не станет? Чё это за пидорская политика? Никто ну, потому станет. Что ты отказываешься. Я, во-первых, мешочки собираю, во-вторых, у нас тут пиздец, если ты не заметил вдруг. Ты отказываешься играть как надо. Акс, на помощь! Аксу самому не помешала бы помощь. Ну, если они, блядь, идут, их нельзя просто оставлять. Тем более, мы почти уже прошли, и ты хочешь башню отдать. Да башни 25 голды, чувак. Тебе правда так важны 25 голды? Да! 4 мешочка потеряли, вот это обидно. 25 голды! 26 даже, я был неправ. 26. Видишь, веник фармит отлично, 46 убийств. А тут теперь как бы специальная лавка тут же, то есть чтобы покупать демона челлендж? Да, все лавки в игре вот тут. Так, кто у нас теперь... Кто там идет? По-моему, медленные такие пидорасы, которые на кучу кусков делятся. А, нет, эти анты. Анты двумя командами также. Я с Омником, вы все вместе. Ходите и убивайте их. Как будут огромные деревья, надо все вместе собираться. А че, ну никто не помогает мне? Короче, ребят, я понимаю, что Хованскому сложно очень объяснить это, поэтому просто бегайте за ним. Бегайте за ним. Золотые слова! Я думаю, Ричард Львиное Сердце бы оценил подобное. Просто бегите за ним, и все у вас будет заебись. Нормально там, держитесь, ребят. Да. Я ДДшечку взял. Сейчас всех раскидаем. Forward. О, большой! Слева, 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 слева! Все сюда! Тут большой пидор! Feel the frost. Мне бы маны, кто-нибудь аркану бы восстановил. Да, две арканы надо собрать к последнему боссу. Очень желательно. Друзья, я дамаг-дилер, я не могу собирать аркану, поэтому давайте уж как-нибудь... Так, отходим. Так, мне нужно Mask of Madness собрать поскорее. Собирай. Или думаешь сатаник собрать? Я сатаник собирал. Прокси. Очень неплохо заходил. Хотя ты смотри, Mask of Madness дешевле. So be it. Да, Mask of Madness дешевле и даже даст отличный аспект еще. Да. Все-таки вампиризм такой большой ни к чему будет. Нихуя себе, чуваки, тут у нас в беде. Да норм все. Arrow, find your target. Ну вот, почти новый прошли. Новый пидор, он здоровый как черт. Да, давайте, утону. Бейте. Блять, мне пиздец сейчас.
Мне пиздец. Дал тебе скорость атаки, бей. А что, мешочек, кем ты играешь, забывайте. Андрей? Легион командером. Нихуя себе. Так а смысл? Он же дуэль, основная фишка. А тут у него ульта переделанная здесь, она дает кучу ништяков. Доп урон, доп броню. Блять, аура включается. Постил. Как же я заебываюсь, я ее не включаю постоянно. Ну пиздец, ну нахуя так делать? Нахуй, блять, включай мою ауру, пидорасы. Здесь еще фура один остался. Вроде последний. Я соберу Сашу и Яшу, остальные не собирайте. Я буду калечить пидорасов. Саша и Яша, отстань на артефакт. Да ладно. Мало дамаги. Собери лучше... Да собирай Дейдалос до конца, чувак. Нет, собираю Дейдалос, но Саша и Яша пригодится для того, чтобы больших пидорасов калечить, чтобы они медленнее шли. Дейдалос собери, а потом собери чувак, Мельник. Чувак, у нас проблема была, когда с Линком, то, что пидорасы шли здоровые, и никто их остановить не мог. А Саша и Яша их наверняка, блядь, притормозит мальца. И мы остановим. У нас есть акция для этого. Собери Мьёльнир. Чувак, ну, пидор... Собери Мьёльнир. Не надо, пидормодство какое-то. Собери Мьёльнир. Я пидормодством не занимаюсь. Ну ты и пидор. Сейчас, по-моему, чуваки, которые делятся, их тоже надо все вместе убить. Да. Не, брутка. Паучихи, ее нужно убить. Пока ее, короче, не убьем, это, блядь, все без толку. Да. Фулл ДПС, паучиху. Яйца разбивайте. Яйца. Яйца уж вы как-нибудь сами. Пейте, замедляет. Замедляю, блядь, ну она видишь. Станьте, может быть, как-нибудь. Яйца. Фокусти яйца. Very well. Пошли, Акс. Акс, беги. Давайте, половину. Ай-яй, ну ебаный в рот, но... Ульту поставил, бейте ее здесь. Долбите, сучку. Ну, бейте же сучку. Убежала, поехали. Да вот она. Бейте, немного осталось. Забейте, проще ее добить. Быстрее. Арканы, если есть у кого-нибудь, дайте. Все отлично. Onward. Come and get it. О, ну, блядь, она замедляется и сразу же. Давай, Юр, добивай. Добивай, я тебя бафну. Все, готово. Собирайте здорово, мешочки быстро. Прикончили пидораску. Мешочки. Перейти надо, пауков. Да, ну пауков тебе залезли. Нихуя себе, как я могу. У меня все могут вылетать, эти заряженные, ёпта. Бля, да. Ну это стоит пиздец, как много маны. Охуеть. Ну, все, паучиху зафармили сейчас. Бля, мне наверняка вот пиздато было собирать маны бесконечную, а мне никто не сказал. За Траксу. Я бы мог просто всех, блядь, хуярить холодными стрелами и орды целые нахуй останавливать. Юр, наш главный дамаг-дилер, тебе дамаг нужен. Без дамага мы никуда. Мы потом просто последнего босса не убьем. Я вот к чему. Все сделаем, все будет в порядке, сейчас. Сразу я, кстати, запись забыл включить, так что если... Ты забыл включить запись? Да. То есть, если моя запись слетит, то никто и никогда не услышит наши. Люди никогда не... Никто не увидит, как мы убиваем скелетон Кинга. Да, а потом у нас никогда не получится, Андрей. Олени и Рошаны, чуваки, от Рошанов от огня отходите, от оленей из Void Zone выходите. В принципе, несложная херня, но достаточно потная. Нихуя себе. Желательно как-то все вместе бегать. Дерзкая хуйня. Скайнт отключился. Будем ждать? Потому что мы без него не пройдем. Блять, ну ставьте паузу. Ну ебаный пидорас. Ну что с ним не так? И мы продолжаем, друзья. Так, надо докупиться. Напряженный был момент, но товарищ Скайнт реконнектнулся, что... Ну, мы дохнем. Юра, попробуй меня поднять, пожалуйста. Чувак, у меня тут пиздец. Смотри. Ладно, вы... Куда же вы налетели-то на него? Он же, блядь, дыхнул. Что случилось? Куда ты ушел, Андрей? Я никуда не уходил, я выкупился. Я сдох и выкупился.
А, блин. Все-все-все, норм, фармим. Осталось немного. Половину прошли. Еще одного убили, давайте. Все, готово. Вот здесь большая толпа. Не вставайте в войд зоны. И прям туда встал прямо. Эй-эй. Помогите. Отлично. И этого убили. Сколько осталось? Парочка? Ну, меньше половины. Меньше четвертины даже. Бля, мне забавляет то, что некоторые лишраки бегают туда-сюда, знаешь. Ну, олени же. Find your target. Че с них взять? С оленей. Ну, вот последний олень, походу. Все, прошли. Onward. Сколько еще так раундов? Я успею докупить артефакты нужные? Да, успеешь. Там дальше денег больше гораздо дают. Еще 5 раундов. Заебись. Мы как, хорошо идем? Да неплохо. В центре собираемся, Юр. Сейчас. Так. По-моему, сейчас будут чуваки, которые делятся. Да-да-да, все вместе. Давайте вот сюда. Тут просто надо не теряться и все вместе бегать, убивать их. Get some. I shall nip my enemies. Делящиеся пидорасы. Все, уходим отсюда. Куда теперь? Откуда пойдут черти? Мы успели их убить до того, как новые пошли. Вот сюда. Вот так, друзья. Вот так, друзья, выглядит Новый год по версии Valve. Бегать и мочить каких-то чертей. Я бы, знаете, я бы добавил не то, что мод, а апдейт, заменить лича на елку. Предлагаю, чтобы как-то больше новогоднего настроения было. Думаешь? Да, ну представляешь, елка встает, и нужно побороть елку. Какие у нее будут скиллы? Рассыпать игрушки? Дарить радость, счастье, Новый год, праздник. Герои такие доты. Нет, только не радость. Только не Новый год. Мы ненавидим счастье. Мы сражаемся против него. Да, ребят, видимо, мне тоже придется бегать за Хованским, потому что он абсолютно не хочет вообще. Ну, я отбил атаку на башню. Чего вам надо-то от меня? В одиночку практически всех пидорасов размажил. Спасите, я сдох. Вот отсюда идет много. Пошли. Спасибо. Давайте фокусим вот эту толпу, я ультану сейчас. Ультанул. Хоп, раздаем. Not yet. Бафнул тебя, Юрбей. Ауеша. Сколько же этих гадов тут, блядь. Ай-яй-яй. Убивайте мелких, мелкие больнее мелкие всего бьют. Ну да, ну вот. Into the fray. О, пошли еще одни. Ну это последний уже, ну вот. Ну башню тебя... разъебали, пидоры. Да насрать на башню. Лишь бы пройти волну. Тут у всех хп осталось достаточно мало, вот в чем проблема. Как же больно бьют маленькие пидорасы. Пойду отхилюсь. Аксумер, это очень плохо. Это прям фатально плохо. Кайтите их. Не умирайте. Я вроде отбиваюсь от них. Ну, все, я акса поднял. Когда их в, ёпта, в адекватном количестве. Акса поднял. А, ну все, раунд завершен. Регенку не берите, плиз. Не будьте игремелинками. Да, игремелинк бы взял такой лишний раз. Все в порядке, знаешь.
Я по-прежнему хорош. Так, ну что, доедал сначала сам. Веня корчит вообще не в тему. Я просто... Да, типа... чувак, на кого ты будешь сало-то вешать? Аганим тоже не в тему. На дамаг, ну я же говорил, на дамаг собирайтесь, ребят. Чё же вы? Дамаги не хватит в конце, мы набьём просто. Экскайнт опять отключился. Он не слышал, видимо, то, что я ему... И мы продолжаем, как... друзья, мы вернулись. Что, куда мне бегать? Где мне стоять? Бегай куда хочешь, только не к нам с Омником. Когда Урса появится большой, его надо фокусить пятером, ребят. Так, в принципе, двумя командами нормально можно. Там еще глупизна всякая идет. Ой, не, на топе, нихуя себе. Веник, 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 пойдем. Ёбаные медведи. Ребят, бегайте за Хованскими, иначе он отдастся, и мы проиграем. Да отсоси! Я всех затащил. Кого всех? Тебя затащил и всех затащил. И мамку твою затащил, да? Да, всех затащу. Пойду куплю как раз. Аза-за. А, еще 1000 на лице. Блять, нихуя себе. Ребят, фармите медведей. Медведей очень много почему-то идет. Бафнул тут. Блять, постоянно забываю эту ебучую ауру прожимать. Кто ж придумал траксу переделать в... И, чувак, тебе и дали что-то... Я себе, это что за говно такое? Урса, вот здесь, Урса, все сюда. Я его замедляю. Давайте, фокус Урсу. Фокус Урсу, или иначе он всех нас выебет. По Урсе, по Урсе, по Урсе, по Урсе. Отлично. Там еще Урсы. Или кто это, не Урсы? Вот еще Урса, еще один. Давайте. Ребята. Урсу, Урсу, фокусим. Здорово. Все, готов. Ну и не так все сложно, ёпта. Да не сложно, я же говорю. Если знать тактику, то типа... That top tower yours ain't doing so good. There goes your top tower. Башни долбит, ребят, поднажмите. Yeah. Надо завешать вот этих говняков. My bow is drawn. Daedalus. Акс, возьми регенку. Regeneration. Arrow fly. Rangers, ну все, девятую волну прошли. До десятой вы, я так понимаю, с Линком не доходили. Да. И с Черниковым. Ну вот. Forward. Как видишь, мы уже обогнали. Ну, Линк, как обычно, утверждал, что он эксперт, и что он не раз уже... Ну да. И проиграли вы только из-за тебя. Так, знаешь, задумчиво. Ну да. Чуть у меня больше всех убийств, а уровень мой не впечатляет меня. 12-й, так у всех 11-й, 12-й. Всего фрагментов заработан в этой сессии. Это означает, сколько я вообще заработал кристаллов? Ну, за эту игру. А. Там сначала пишет, сколько за этот раунд. Сколько надо, чтобы купить что? 2250, чтобы самый лоховский подарок купить. Пуджара, нихуя себе. Да, два пуджа, вот этого давайте. Ах, Омник сдох. Ну, тут Омник, по идее, должен репел вешать, но Омника самого притащили. Бейте пуджа. Сейчас я его резну. Бейте пуджа. Пуджа, вот этого. Фокусим. Меня притянул. Тут надо вешать репел на того, кого пудж ест. Все будет хорошо. Бей его, Юр. У него форс став? Да, ну типа, знаешь, классический. Пудж от Дэнди. Собирайте мешочки. Мешочки — это самое главное. Пошли второго теперь, он, блядь. А там Акс. Ресните меня, а где? Ай-яй! Юра нахуй попался. Репел. Поднимите. A blunted axe is resharpened. Come and get... Подняли. Пошли, убиваем. Бердис нормально. Go on, kid. My cold embrace. Оп. To me. Ну все, считай, одна волна осталась с лечами и потом скелетом вроде, если я никого не стрел. Я даже на бабочку не успел нафармить. Ты мне обещал намного больше золота.
Кличей еще будет много. И сейчас смотри, 1500, да? Onward. Got a feeling things are gonna pick up real soon. Выбрать. Может, манта поможет? Или как ты думаешь, иллюзии не сильно? Не знаю. Аксу я бы посоветовал собрать алебарду. Ну, либо просто камень на уклонение. Уклонение — клевая штука. Хотя. Может, Monkey King Par. У него есть у ворот, Андрей? Мне Личи, МКБ распределились так, как Андрей, в самом начале. Андрей, мне поможет игры. МКБ? У него есть у ворот какой-то? Нет. Нет, это еще одну волну я забыл. Да, вот. Гирокоптеры и клокворки. Гирокоптеров и ракеты надо убивать, иначе ракеты вас... Нихуя себе, ракета, блядь, жестко пиздячит. Да-да-да, разъебашит. Надо фокусить. Ну, тут, в принципе, просто фокусить надо ракеты и гирокоптеров в первую очередь. Давай, Юр, бафну тебя. Бей его, бей, 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 бей. Отлично. Сначала гирокоптеров убивайте. Гирокоптеры — приоритетная цель. Иначе они нас всех убьют. Ракеты. Ракета, ракета, ракета. Все в ракету. Пытаюсь, но она проворнее оказалась. Наших хлипких рейнджевиков ракета может заваншотить. Ну, она не ваншотит, но по-жёстко. Вот она, ракета. Бью ее. По мне летит ракета, пожалуйста. Отлично. Спасибо. Я молодец. Гирокоптер. Ракета. Нет, 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 нет. Ну вот. Омник сдох. Я же говорил. Ай-яй, ракета летит. Я сдох. Ребят, гирокоптеры и ракеты. Две приоритетных цели. Чуваки, вот и пиздец. Ну, ракеты не бьете, гирокоптеры. Я опять сдох. У меня выкупа нет теперь. Юра сейчас тоже сдохнет. Бейте гирокоптеров. Да нет, реально затащить еще. Вот здесь два гирокоптера. Они просто улетают, за ними надо бегать. Ракета, нет, 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 блядь, ракета. Минус гирокоптер. Помогите с ракетой, ну, блядь, их слишком много. Да куда ты от нее убегаешь? Ты же все равно никуда не убежишь. Да она только больше убьет. Вот и пиздец. Нет, 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 не пиздец, затащим. Не ссы. Убегаю. Есть выкуп. Выкупайся. Я сдох. Ну вот, заваншотила ракета. Ты последний, Юр, попробуй резнуть кого-нибудь. Попробуй резнуть кого-то, или мы реально сольем. Вот здесь трое. Убил, блядь. И нам трон бьют. У трона хп очень мало. Все, быстрее, подними кого-нибудь. Чего? Мне достаточно убить этого пиздюка. Там еще один. Где же он, блядь? Он в ракету в тебя пустил, и сейчас... Ну, смотри. Стой, сука, это охота, охота, охота! Да подними лучше кого-то, тебя ракетой убьют. Все. Видите? Я сделал это. Джон Рэмбо, блядь. Теперь, ребят, волна с личами. Волна с личами — тяжелая хуйня. Сразу говорю, надо распределиться, как в начале, и каждую лайну лича должен убивать один человек. Если два человека сойдутся возле лича, он кастанет ульт и пиздец. Так что распределитесь так, как мы стояли в начале. Омник рядом с Траксой, но типа если лич будет подходить, отходи, Омник. Чтоб Тракса сама его убила. Алтарь можно как-нибудь зарегенить у него? А он и так регенится потихоньку. А почему мы не включили Fortify? Ну вот, забыли. Почему ты не включил? Ой, у меня тут первые. Лич, вот, лича убивай. Фокус лича сначала. Остальные хрень. И из зон, из синих зон таких выходить, они будут появляться. Мешочек. Ох, не до мешочков нам тут. Ой-ой! Вот, про это я говорил. Мешочек. So be it. Волна несложная, если не сходиться возле личей. А это что за говно лич, тут летает? Лич, 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 лич. Yes. Этого лича главное. Должен сам убить Юр. Ну вот. Отходите, отходите, отходите. Все, хорошо, хорошо. Хорошо. Стреляют. Стреляют, да. Есть такое дело.
А это что за говно летит такое? Аппарат. Так, заебись. Древний аппарат. Прикончили. Ну все, все. Мне так все. И стоять там или может быть? Да, 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 так и стоять. Просто стой, ну то есть нельзя подходить к другим людям на другую лайну, потому что если ты подойдешь, то пиздец, лич ультанет и все сдохнут. В этом как бы загадка. Загадка. Ну не знаю, как это назвать. Фича. Последняя волна, потом будем убивать лича. А зачем мы его обороняем для того, чтобы он потом восстал и мы его убили? В чем как бы... Что тут новогоднего? Вот что я не вникал в эту идею, но... Отойди, лич, отойди! Давай, 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 Юр, добей его. Подходите. Все, норм. Добивайте лича, ребят. Не могу, я уже отошел. Тут пиздец. Мне нужно отрегениться на вампиризме. Все, готов. Ну все, больше половины прошли. Forward. Ну и че, вы прибежали сюда такой кучей? Лич. Ну хуй я его вертел. Вот так вот. Оп! Да, ребят, с вами намного проще, чем с Игорем Линком. Победа с Игорем Линком — это как ультимейт хардкор победа. Я считаю, что это нужно отдельный уровень сложности, блять, в игры делать под это дело. Yes. Ну и все, я сейчас аппарата убиваю, и мы как бы все закончили. Бля, рассказываю... мне 50 голды не хватает до МКБ. Че делать? Я уже больше их не заработаю. Можешь продать бутылку какую-то. Нет. Я тебе сейчас дам бутылку, продашь ее. Будут. Подожди, 50. Хорошо, я выкладываю доминатора. На, вот я выкину. Дай мне бутылочку, да, замечательно. Продать. Нет, все равно десятки не хватает. Может, еще кто-нибудь, выкиньте бутылочку. Нету больше ни у кого, ну все. Нет! Ну, подождите, может, подождите, подождите. Параша, мне МКБ... Да заткнись, надо рассказать тактику на лича. Ну, чувак, не убьем же. В общем, смотрите, его убивают в три фазы. Первая фаза — просто фокусить. Вторая фаза — надо выходить из зеленой зоны такой вокруг него. Надо постоянно стоять в разных местах. Ребят, 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 зона. Отходить, ну, я же сказал, выходить. Ну ты что сказал, такое? Вторая фаза. Ну, в первой смысле его можно очень быстро просто зафокусить. Но выходить из зеленой фазы всегда надо. И со второй фазы начнутся, короче, начнется говно с всякими... Ой-ой-ой, как он меня, блядь. Со всякими доп-крипами. Ну все, первую фазу мы быстро прошли. Бери ДД, Юр, бери ДД. Отойдите, выйдите, выйдите из зоны, выйдите из зоны. Взял ДД. Поднимайте Экскайнда. Вот, этих всех говнюков надо фокусить. Потом тамбы пойдут, тамбы тоже надо разрушать. Иначе не убьем. Бейте, 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 бейте. Макс ДПС. Ультанул. Ай-яй, уходим, 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 уходим! Не успел. Бьем, 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 бьем. Почему Макс ДПС. Аркана, если есть у кого-то. Воскреси, Акс. Акс, воскреси. Омника рейтинг, да. Давайте, давайте, почти убили. Ай... Выйдите. Юра, помоги яснуть. Ёбаный по голове! Как же не вовремя! Ну что, 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 все, что? Все, 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 сейчас ману отрегеньте, пожалуйста, и тамбы сейчас пойдут, надо тамбы сносить. Долбите. Тамбы, тамба тамбы, сверху. Тамбы, тамбы! Тамба сверху. Пошли к тамбе, все. Кайтите его. Ай-яй. Что ж такое? Ай-яй, блять, он на меня взялся. Кайтите его. Кто-нибудь один кайтите, остальные тамбы разрушайте. Сейчас Экскайн сейчас подниму. Ой, я им поставил, осторожно. Помоги, Экскайн. Блять, 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 чуваки, блять, блять, блять. Кайте его, Юр, кайте, все хорошо. Ты умница. Все, тамбу. Акса, дамаги не хватает, чтобы тамбу снести. Еще одна тамба. Все на вторую тамбу, ребят. Где тамба появляется, я не понимаю. Вот, 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 я кликаю. Снесем тамбу, пиздец, потом быстренько убьем. Мне пиздец, я умер. Ну,
Подожди, сейчас несем тамбу, пойдем тебе резать. Нет, нет, Акс, тебе ж пиздец. Акскайте его, мы поднимем. А, он на нас. Помогите поднять Хованского. Нет, подходи. Уходите! Хорошо. Поднимаю. Это последняя тебя. Фаза его? Да, последняя. Сейчас убьем и все, по-моему. Призраки идут, нихуя себе. Тамба. Еще одна, ребят. Где? Там? As deep as forest shade. I go in silence. Тамба это пиздец, ребят. Надо всё, быстро. Быстрее надо выносить тамбы и, короче. Прикончили, что теперь? Все, бьем босса. Точно у него больше не будет? Да, и убейте. Убейте банши. Все, норм. Бьем. Отходим. Уходим. Бьем. Тамба. Блять, да сколько ж можно-то? Ну у нас дамаги не хватает, я про это тебе говорил, Юр. А он их постоянно будет спавнить? Да. Нам должно хватать дамаги, чтобы сносить тамбы и быстро его бить. Отходите. Ай-яй! Все, фокус. Давайте. Утонул, давайте, бейте. Пахнул тебя, Юр. Мне бы маны немножко. Тамба сверху. Арканы ни у кого нет. Нет. Тамба сверху. Убивайте духов, чтобы они его не хилили. Все, хорошо. Фокусим босса. Давайте, почти до половины дошли. Сучка. Ай, Веник сдох. Где Веник сдох? А, все, вижу. Фокусте. Тамба. Нашел, вырублю один. Не бегайте, я если что прикончу. Давайте, держите его. Да. Скайте боссу. Бейте все банши. Осторожнее. Блять, говно ебаное. Все, прикончили банши. Ну все, бьем боссу. Ай-яй-яй, осторожно, отбегите, Акс труп. Поднимаем, быстрее вдвоем. Я труп. Давайте. Сначала Диса. Теперь быстро стригуля. Тамба появилась слева. Давайте. Этого пидораса. Я сам разобью тамбу. Бейте. Не подпускайте души к нему. Старайтесь, кто там бьет босса, души, вот эти, которые к нему подходят, убивать. Потому что они его хилят. По 500. Тамбу снесли. Все. Фокус души и потом босса. Да. Оп. I'm not ready. Че, он будет вызывать всякую пидрастию? Ультанул, долбите. Ай-яй, отходите. А, нет, это твоя ульта. Нет, отходите, зеленый круг. Нормально. Умник сдох. Тамба сверху. Бегу, уберу один. Не парьтесь. Убивайте души. 12 тысяч осталось. Давайте. Все, тамбе пиздец, тамба готова. Хорошо. Души не подпускайте к нему. Банши. Снесите банши, или он будет ваншотить Акса. Все. Отходим. Все, макс ДПС в босса. Забейте на тамбу, добьем. 7000. Фулл ДПС, все юзайте, все что есть. Сейчас или никогда. Ну вот да. И все! Вы победили! И не такой уж сложный ивент, если не играть в команде с Игорем Линком. Просто отлично, друзья! Это победа, и вам нечего возразить. Ну что, а с вами были Юрий Хованский и Андрей Стригуль. Поиграли так. С Новым годом вас! Если заинтересовал режим, заходите, может быть, даже попадетесь с нами. Обычно мы играем не впятером. Так что, всего вам доброго! До новых встреч!